Первая подача – новое поле. В день столетия отечественного волейбола глава округа символично открыл две новые площадки для пляжной игры. В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха первыми их опробовали зареченки. Несмотря на то, что команда играет в классическом стиле, песок им пришелся по душе. В классике мы в обуви играем, в кроссовках, а в пляжном волейболе девочки играют либо в носочках специальных, либо босиком. Ну, как бы мы прошлись в кроссовках, вроде, знаете, похож на мальдивский песок. В волейболе более 10 лет Дарья Рысева играла за разные команды и не так давно стала капитаном Одинцовского «Заречья». За 36 лет этот клуб неоднократно брал Кубок России, дважды был золотым чемпионом. Сегодня команда активно развивается и скоро порадует болельщиков новыми победами. Команда наша возрождается, она очень сильно укрепилась в этом сезоне и имеет, ну как сказать, такие серьезные амбиции. А благодаря появлению новых площадок спорт становится доступным для всех жителей, и отечественный волейбол будет только развиваться, уверен глава муниципалитета. Работать они будут каждый день с 9 утра до 9 вечера. Я надеюсь, что здесь будут воспитываться будущие звезды российского волейбола. Для этого в нашем парке есть все необходимое. Обновление и усовершенствование локаций для занятий спортом происходит регулярно. Та старая будет реконструирована и приведена в тот же вид, как и две новых. Также будет сделана новая площадка под классический волейбол и баскетбол с резиновым покрытием. И еще одна площадка для 4 теннисных столов. Вокруг объектов появятся дорожки, лавочки и освещение. Так что единственной причиной отложить спортивную тренировку может быть лишь плохая погода. К сожалению, погодные условия не позволили провести полноценную игру, как планировалось, но площадки открыты и ждут всех любителей пляжного волейбола. Полина Бахова, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».